Перед актом бракосочетания позвольте спросить, является ли ваше решение о вступлении в брак взаимным? Готовы ли вы создать крепкую, дружную семью, заботиться друг о друге и обеспечить достойное воспитание вашим будущим детям? Прошу ответить жениха. Прошу ответить невесту. С вашего взаимного согласия, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, ваш брак регистрируется. Приглашаю жениха и невесту скрепить семейный союз подписями. Thank you.
Сегодня в городе Нальчике, столице кабардино балкарии родилась еще одна молодая, красивая, очень хочется надеяться, счастливая семья. Давайте поприветствуем рождение семьи Викуловых.